Молодые педагоги в Севастополе со следующего года будут получать ежемесячную прибавку к зарплате в размере 5000 рублей. Соответствующее решение приняло правительство региона на заседании в среду. Данная мера позволит привлечь новое поколение педагогов в региональную систему образования, а также повысит социальный статус молодых специалистов, отметил глава департамента образования города Игорь Белозеров. На доплату могут претендовать 222 молодых педагога, которые уже работают в образовательных учреждениях Севастополя. Условием для получения стимулирующей выплаты будет первичное трудоустройство молодого учителя по специальности. Прибавку получат также и те, кто начнет работать в будущем году. В октябре этого года ежемесячное поощрение молодым педагогам обещал губернатор Дмитрий Овсянников. Ранее правительство Севастополя утвердило доплаты для молодых специалистов государственных учреждений здравоохранения, врачам и среднему медперсоналу. Они будут получать по 5 и 3 тысячи рублей соответственно. На доплату могут претендовать специалисты в возрасте до 35 лет, впервые поступившие на работу в медучреждение не позднее года после окончания учебы. Надбавка будет выплачиваться в течение 3 лет.